Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков. Для парада победы построен! День победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Сегодня в этот знаменательный день, чтобы быть вместе и вместе с Россией, и вместе с памятью наших погибших и выживших, прошедших сложную судьбу дедов, отцов, прадедов. Мы — это все люди, которые здесь живут в эмиграции из бывшего Советского Союза. Мы сегодня вместе с Россией шагаем в этом бессмертном полке. Спасибо Русскому конгрессу за организацию этой замечательной акции. Мы надеемся, это будет продолжаться каждый год. Здравствуйте! Какая колоритная пара! Вы не могли бы сказать несколько слов, почему вы здесь, что вас привело сюда в этот день? Ну, это очень просто объяснить. У меня очень много погибших в семье. И, конечно же, мой батя был героем. Он отвоевал всю Ленинграду, блокаду Ленинграда. Потом дошел до Берлина и вернулся, и еще служил в Кронштадте после этого. И он немного рассказывал о войне, но его рассказы были короткими, но меня они очень сильно впечатлили. И я не забуду эту тему никогда, и всегда... На 9 мая, живя на Кубани, где бы я ни был, я возвращался, и мы вместе праздновали этот праздник. Когда его не стало, мы имеем возможность опять же отпраздновать по новой этот праздник, вспомнить его и всех тех людей, которые я вижу сейчас на этих плакатах, на эти лица. Это именно те люди, которым мы обязаны. Которые спасли наши жизни. Их бы просто, нас бы не было без них. Поэтому я благодарен Конгрессу канадцев, всем людям, всем организациям, которые помогли нас собрать здесь, еще раз вспомнить и почувствовать тепло вот этой любви. Да, спасибо. Вот все, пожалуйста. Спасибо большое, что пришли. Здравствуйте! Мы рады видеть вас на марше Бессмертного полка в Торонто 8 мая 2016 года. Что привело вас сюда, дорогие друзья? Несколько слов. Нас привело память о наших стариках, которые воевали, которые дали нам дорогу в жизнь. Спасибо, мы их помним, и мы их любим, и будем помнить всю жизнь. Спасибо огромное. Спасибо, что... Здравствуйте. Здравствуйте, с праздником. С праздником. Закончился марш Бессмертного полка. Несколько слов о том, почему вы здесь, как вам понравилось, что вы думаете, ваши впечатления. Мы счастливы, что мы смогли здесь, в Торонто, прийти на марш Бессмертного полка. Мы были здесь всей семьей. Прежде всего, конечно, для того, чтобы почтить тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, кто прошел войну и кто работал в тылу на победу, почтить наших родных и всех, кто
участвовал в войне. А еще мы здесь для того, чтобы привлечь внимание к нашей истории. Мы привели сюда своих детей, и мы рады, что очень многие здесь сегодня с детьми, что дети знают о нашей истории, и что весь мир узнают о том, что нам наша история не безразлична. Это не какие-то сухие факты, а это личное дело каждого человека. И у нас таких семей миллионы. Вот сегодня я с портретом своего прадеда. Мне даже сложно назвать его, деда. Мне сложно назвать его дедом, он погиб 23 года. Он работал на разминировании Финского залива. В процессе подготовки массивной операции по освобождению, по прорыву блокады. Лежит на дне Финского залива, и благодаря нашим поисковикам, благодаря тому, что архивы были обнародованы в интернете, большое спасибо этим людям, которые это делают, мы выяснили очень много подробностей о его гибели, и его имя было увековечено. Памятник тральщику Радога стоит в Сестрорецке, и там выбито имя нашего деда в прошлом году к 70-летию Победы. Еще раз всех с праздником, и мы очень рады быть здесь, мы очень рады, благодаря нашим организаторам у нас есть такая возможность со всем миром пройти маршем Бессмертного полка. Спасибо! Дорогие друзья, с Днем Победы! Сегодня в Торонто проходит Бессмертный полк. Замечательное шествие, на которое мы пришли сегодня с сыном и принесли портреты нашего дедушки и прадедушки. Это Котов Виталий Иванович. Он был гвардии лейтенантом, командиром батареи 313-го гвардейского минометно-артиллерийского полка. У него есть боевые награды, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны первой степени и орден Отечественной войны второй степени, а также медаль за отвагу. Он начал войну в 1942 году, когда закончил артиллерийское училище в Омске и пошел на фронт. Молодым солдатом, молодым лейтенантом. И закончил практически под Берлином. Мы помним его, очень любим. Он был с нами и жил. Умер не так давно, 6 лет назад. Спасибо ему огромное за победу и спасибо вам за то, что вы помните. Спасибо, с праздником вас. Какие чудесные дети пришли к нам на Бессмертный полк. Ты можешь сказать, почему ты здесь? Что ты думаешь об этом шествии? Я это всегда хотела сделать. Я пробовала в прошлом году, но у меня не получилось. И в этом году у меня наконец-то получилось. И мне очень понравилось. Молодец. А ты знаешь, что за это же какие-то награды, правильно, да, на тебе? Да. Здорово. Это давали за геройские, да, наверное, поступки. Да. Спасибо, что ты пришел. Кто у вас на фотографии? Папа. Это мой папа. Папа воевал? Воевал. Он погиб под Сталинградом в 1942 году. Ему было 35 лет. Там были очень тяжелые бои. Вот. И вот он молодой. Он 1907 года рождения и в 1942 погиб. Ему было 35 лет всего. Здравствуйте! Только что прошел марш Бессмертного полка в Торонто. Ваша семья пришла, я вижу, в полном составе. Здравствуйте, несколько слов о ваших впечатлениях. Здравствуйте. Скажи привет. Скажи привет. Привет, ура! Пожалуйста, несколько слов. Ну, скажешь. Пришли сюда вспомнить нашего прадеда. Дэвина прапрадеда, как он воевал, да, хотим, чтобы новое поколение тоже знало нашу историю, помнило о наших дедах, о наших героях. И вот с младенчества приводим на такой замечательный праздник. Нас сегодня очень много. Нас собралось около 3000 человек. Это Бессмертный полк Торонто. В том году у нас было 1000, в этом году в 3 раза больше. Представляете, как здорово? Вы знаете, без прошлого нет будущего, а наше прошлое было великое. У нас были великие деды, они совершили великие победы, и мы не можем их забыть. Мы их никогда не забудем. Я передам это своему внуку, мой внук передаст своим детям, и так будет бесконечно. Слава Победе! С праздником всех! Ночи
у марденовских печей не смыкала наша родина очей. День и ночь битву трудную вели, этот день мы приближали как могли, этот день победы, день победы, порохом пропал, день победы, это праздник, праздник, с сединою на висках, это раз, со слезами на глазах, это праздник, день победы, день победы, день победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, день победы, порохом пропал.